Madhava Vaikunja Vihari Jaya Radha Madhava Vaikunja Vihari Bhakti Jana Vada Girva Radha Bhakti Jana Vada Girva Radha Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Chirala Machari Yamuna Chirala Machari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shiva Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Шинкадуранги Киджай, Шива Прабхупада Киджай, Шиши Гуру Искон Киджай, все слава всем собравшимся.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 20, текст 21. Глава называется «Сезон дождей и осень». Питва пах пада пах пад пхир. Асачна над мамуртаях. Пракшамастапасашранта. Ядха камана севая. Питва пах пада пах пад пхир. Асанна над мамуртаях. Пракшамастапасашранта. Ядха каманусевая. Питва пах пада пах пад пхир. Асанна над мамуртаях. Пракшамастапасашранта. Ядха каманусевая. Пословный перевод. Питва, выпив. Почти по-русски. Апах, воду. Падапаха, деревья. Падпхих, стопами. Асан, стали. Нана, разнообразные. Атмамуртаях, имеющие телесные формы. Прак, прежде. Кшамага, истощенные. Тапаса, подвижничество. Шрантага, истомленные. Ядха, как. Кама анусевая, радостью от обретения предмета желаний. Перевод и комментарии учеников его божественной милости Чхабхактивиданты. С вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. За лето деревья высохли и зачахли. Однако, втянув своими стопами дождевую воду, они снова ожили. Точно так же исхудавший и изможденный аскет вновь становится крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы. Комментарий. Слово «пада» означает «стопы», а слово «па» значит «пить». Деревья называют падапа, поскольку они пьют своими корнями, то есть стопами своего тела. Получив свежую дождевую воду, деревья Вриндавана стали выпускать молодые листочки, побеги и бутоны, наслаждаясь своим возрождением. Подобно этому материалистичные люди, стремясь исполнить желания, иногда начинают совершать суровую аскезу. К примеру, американским политикам приходится претерпевать огромные неудобства, путешествуя по всей стране во время избирательной кампании. Бизнесмены также часто пренебрегают личным комфортом, чтобы добиться успеха в бизнесе. Однако такие аскетичные люди, стоит им обрести вожделенный плод своих страданий, стараний, вновь начинают выглядеть здоровыми и счастливыми, совсем как деревья, которые, пережив летнюю жару и засуху, жадно пьют дождевую воду. Питва пах пада пах падхир, асана над мамуртаях, пракшамаста пасашранта, ядха каману севая. За лето деревья высохли и зачахли, однако, втянув своими стопами дождевую воду, они снова ожили. Точно так же исхудавший и изможденный аскет –
вновь становится крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы. Ом агьяна тимирангасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яната смай шри гураве намаха шри чайтанья манобхиштам стапитам яна бутале своям рупакада махьям дадати сва падантикам вандехам шри гуру шри тапада камалам шри гурун вайшнавам шча шри рупам саграджатам сахагана рагунатхам витам там садживам садвайтам савадхутам париджана сахитам кришна чайтанья девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Хе Кришна Каруна Симху Динабанху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванишваре Вришабхану Сута Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатару Пешча Крипа Симху Пьяевача Патитанам Паванепью Вайшнавепью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньева Дипашчат Яда Шатарина. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня у нас снова обсуждение Шримад-Бхагаватам. Я хотел начать с короткого объявления, но очень важного. Потому что если я его вдруг случайно не сделаю, вот Ратнавати, она уже с ножом стоит. Сегодня день рождения у Абхирама Дхакура, величайшего вайшнава нашей ятры, в рамках нашей ятры как минимум. Но его знают по всему миру. Вот. Не было еще ни одного блюда, которое бы он приготовил два раза. Каждый раз готовит что-то новенькое. Вот. Ну, нормальные вайшнавы, они сегодня постятся до полудня, потом пируют в честь этого события. Можете отправлять подарки, денежные переводы, колесницы, машины, квартиры, жен и коров Абхираму Дхакуру сегодня, потому что у Брахмана сегодня день явления. Нормально, Ратнавати? Отлично. Только еще пожелаем, у Трината Писа ничина. Я со своей стороны, Харе Кришна, спасибо большое за поздравление. Я со своей стороны хотел сказать, что без нашей ятры ничего вот этого бы не получилось, понимаете? То есть каждый преданный, он, как говорится, в своей тарелки, когда в своей семье находится, вот, и тогда у него что-то может еще получиться, понимаете, что все происходит по милости гуру Гауранги и его преданных, понимаете, да, вот, все, что, все достижения там или еще что-то, за что преданных прославляют, это благодаря тому, что есть общество преданных, вот, это самое главное, поэтому Прабхупада говорил, что держитесь общества преданных. Вот. Учителя говорят, держитесь за краешек Дхоти и Шилурупады. Вот мы и держимся. Вот и только благодаря этому что-то у нас получается. Вот. То есть Кришна проявляется через преданных, через чистых преданных, через даже нечистых, чистых, нечистых. Но Кришна проявляется повсюду. Самое главное, вот с ним связь установить и поддерживать. Ну, вот. С Кришной хорошие отношения. Зачем с Кришной ссориться? Не знаю. Хороший мальчик, мы про него читаем. Вот, и вообще. И все его спутники такие наипрекраснейшие. Так что, ну, так что я вас всех поздравляю, на самом деле, что мы попали вот в это хорошее общество. Вот. И нам нужно как можно больше людей в этой жизни пригласить в свое общество. Вот, потому что здесь, ну, как говорится, люди уже перешли на другой уровень. Я не говорю, что они уже не делают, что они делают, это за их надо прославлять. Вот, и здесь как бы такое общение, которого нигде нет больше. Вот, иногда бывают разные издержки, но это издержки, это не главное. Мы всегда найдем компромиссные решения и всегда найдем точки соприкосновения и содружества. Вот в нашей деятельности.
потому что мы все хотим удовлетворить Прабхупаду, то есть что-то сделать для этого движения, очистить мир своим сознанием, не знаю, маленьким, может быть, но сознанием Кришны. Вот, поэтому, пожалуйста, не выходите, как говорится, из этого поезда, вот, который идет в духовный мир. Хари Кришна. Прабхупада сказал, Прабхупада сделал. Он сказал, что всех заберет, все, кто ему помогает. И он сделает это. Вот я вот в это 100% верю. Хочу вот этой верой с вами поделиться. Так что как бы трудно не было, так что нужно просто дальше продолжать и вот находиться в этом хорошем обществе. Да. Как гласит индийская поговорка, чтобы вырастить одного сына, нужна целая деревня. Первые 40 лет детства духовного, они являются самыми опасными. Поэтому мы должны друг другу помогать. Абхирам Такур уже пришел зрелым человеком в сознание Кришны. Был самым зрелым из нас, по-моему, так по возрасту, если смотреть. Вот, но по-прежнему самый молодой. Так, переходим к аскетам, деревьям. Сезон дождей и осень. Очень живописная глава. Каждый стих описывает какие-то удивительные явления природы. С наступлением осени в Вриндаване происходят разные изменения. И в каждом стихе есть философский смысл. Конкретно этот стих описывает карми. Карма – это деятельность ради плодов. Это деятельность, которая предсказуемые результаты приносит. Если бы она не приносила результаты, то никто бы ей не занимался. Есть разного рода карми. Грубые, есть тонкие, есть какие-то психологические карми. Есть какие-то астральные, наверное, карми, есть какие-то там, не знаю, еще какие-то карми. Но общее, что в них у всех, это то, что они, ну, в нас на самом деле, да, так уж говорить, если честно, в том, что мы все хотим плодов ради того, что мы делаем. Прежде чем начинать что-то делать, мы должны посчитать, а что мне за это будет. Для чего я это делаю? Если это ничего не принесет, ну тогда какой смысл? Вот. И жизнь карми, она черная полоса, есть белая полоса. Когда белая полоса, он радуется. Когда черная полоса, он огорчается. И прилагает как можно усилий, больше усилий, чтобы выбраться из черной полосы и забраться в белую полосу. И чтобы белая длилась как можно дольше. Вот, это все усилия, на что у него уходят. Но Бхагавадгита, она говорит, что все страдания и счастье в материальном мире, они приходят и уходят, подобно смене сезонов. На самом деле, никто не смог еще избавиться от страданий так, чтобы они больше никогда не возвращались. Мы смотрим на каких-то успешных людей, у которых есть ответы на все вопросы. Они все могут купить, они все могут управлять. Но смогли ли они избавиться от страданий? Нет. А какой тогда в этом смысл во всем? Страдания есть у всех. Есть адхибаутика, да, это страдания других живых существ. И другие живые существа, они для многих считаются основным источником страданий, потому что социум, он агрессивен, он конкурентен. Все пытаются урвать друг у друга что-то, чего есть у других, но у меня этого нет. Идет борьба за существование. Каждый пытается забраться на вершину пищевой цепочки для того, чтобы я ел как можно больше других и как можно меньше других ели меня. То есть чем выше я нахожусь в этой цепочке, тем безопаснее мое нахождение и тем больше у меня власти. И кажется, что если я достигаю успеха в этой борьбе с окружающими, ну то есть я сильный, я властный, у меня сильная команда, армия, полиция, гвардия, то я избавляюсь от страданий. Страданий нет.
И все смотрят на этого человека и думают, как здорово, вот хоть один человек у нас не страдает. Все прикрыто со всех сторон, шито-крыто, никак не подобраться. И может не болеть, и там куча врачей, если что, если вдруг случайно заболеет. Но страдания, они в большей степени они происходят на внутреннем уровне. То есть они внешние страдания, они могут не приходить какое-то время, но все равно они рано или поздно тоже придут. Грубое тело, оно будет болеть в любом случае, потому что адхиатмика страдания, да, адхиатмика клеша, которая с нами всегда, с нами это тело, с нами наш ум, и это означает, что будут страдания. Они будут не от других живых существ, но они придут, если не от других, так от себя, от собственного ума, от собственного тела, от собственных чувств неудовлетворенных. И также есть адхидайвика. Адхидайвика, от нее вообще никто не защищен. Кто может защититься от землетрясений, от наводнений, от засухи, от жары, от холода? Сейчас у нас минус 30, да, сегодня? Но самые удачливые, самые хитрые, самые умные знают, как себя окружить батареями, как не ощущать этого холода. И можно сказать, что мы избавились от этих страданий. Мы от них не избавились, мы просто временно, как бы временно укрылись от них. Но это не означает, что черной полосы не будет. Будет черная полоса обязательно. И у карми, они тоже знают прекрасно, что это бывает, что это будет обязательно. Они вдохновляют друг друга не грустить по поводу этих событий, которые происходят в жизни печальные. У погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды, поют песни. Всякая погода, благодать. Просто чтобы успокоить друг друга. Какие-то биржевые аналитики, биржевые трейдеры, они успокаивают друг друга и говорят, когда рынок падает, это тоже хорошо, потому что потом же он будет расти. Как же он будет расти, если он не падал? Но на самом деле падающий рынок, он никак не может тебе помочь, если только после этого он не будет расти. То есть только в этом надежда, то есть только в белой полосе, которая придет после черной полосы. Иначе тогда невозможно принимать страдания просто так. И для любого живого существа это естественно избегать страданий, это естественно стремиться к счастью. Что-то внутреннее, что-то очень глубокое заложено в каждом живом существе, даже амеба, когда ее разглядывают под микроскопом и бросают крупинку соли рядом с ней. Она со всех ног начинает удирать от этой соли, потому что для нее это боль, это ад, это, она умирает от этого. То есть она в луже воды находится, и вот рядом с ней бросают крупинку соли. И она сразу же начинает, там сколько у нее есть этих ресничек там, или жгутиков, она все включает, четвертую скорость, и старается удалиться от этого. Почему? Никто не хочет страдать. Но когда приходит, страдания проходят, все радостно воскресают. Все понимают, для чего же мы жили-то в конце концов. Для того, чтобы вот пришла осень, пришли дожди, деревья снова покрылись цветами, листьями. Как будто как ни в чем не бывало, как будто бы снова потом не наступит лето, как будто бы так все дальше и будет продолжаться. Не надо вспоминать плохое, давайте думать о хорошем. Проблема в том, что когда все хорошо, у нас меньше всего желания думать о том, что здесь что-то не так, что мы где-то не там находимся. Мы находимся в каком-то вакууме, в открытом космосе. Нам нечем дышать. Но когда нам подвозят кислород на орбиту, нам кажется, что все нормально, мы на своем месте, мы должны здесь как бы жить, это наше место, здесь есть чем дышать. Он закончится какое-то время, и нам снова будет, мы поймем, что мы опять не в своей среде.
И вот когда мы понимаем, что что-то не так, что мы не квалифицированы, что мы полностью бесполезны, мы не можем ни себя защитить, ни других защитить, ни пользы никакой принести, мы тогда по-настоящему задумаемся о том, а что я тут вообще делаю, как я тут оказался. Какая глупость думать, что я здесь буду вечно жить, и будет у меня всегда все хорошо, и будут меня любящие родственники окружать. Не будет этого. Эти страдания, они приходят для того, чтобы нам напомнить о том, что мы не здесь, мы не на своем месте, мы откуда-то из другого места. Даже для преданных это очень, ну как сказать, очень благоприятно вспомнить о том, что здесь нам не место, потому что мы постоянно забываем. Но когда у преданных трудности материальные какие-то, черная полоса, мы начинаем за них молиться, правильно? Кто-то заболел, ой, кто-то там в аварию попал, ой, кто-то там родственник у кого-то болеет или умирает. Мы начинаем молиться. Но на самом деле в это время преданные, они больше всего защищены, потому что они помнят о Господе, они вспоминают про Него, они забыть про Него не могут. Они сами предаются, они отказываются от своих планов каких-то материальных и понимают, вспоминают, кто мы вообще, что мы здесь не у себя, мы не на месте, наш дом в другом месте. Но когда у преданных все хорошо, нужно вот как раз в это время начинать за них молиться. Представляете? Давайте помолимся за такого-то преданного, он сегодня зарплату получил. Вот так примерно. Давайте помолимся за такого-то преданного, он купил себе новую машину. Давайте помолимся за такого-то преданного, наконец он решил свои жилищные проблемы, теперь у его семьи есть где жить, у них есть квартира новая. Давайте помолимся, чтобы он, чтобы не забыл о Кришне в этой новой квартире. Чтобы трудности не так долго его не посещали. Чтобы они приходили все равно время от времени, напоминали ему, что он не в своей квартире живет. Не в своем доме, не на своей планете, не в своем городе. Потому что это трудное испытание. Это весь мир устроен таким образом, что здесь все устроено так, чтобы наилучшим образом забыть о Боге. Даже если ты случайно вспомнил, тебе все будут помогать о нем забыть. На самом деле и страдания помогают забывать, и наслаждения помогают забывать. И люди, которые помогают избавиться от одного и другого, они тоже помогают забывать. Здесь все устроено так, что в одном направлении нас сносит все дальше, 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 уносит течение нас от берега, от Бога. Это больших усилий стоит помнить о нем. Хотя бы видеть там отблеск маяка. Где-то вот в ту сторону мне надо плыть. Вот. Для того, чтобы... Для того, чтобы у живого существа была возможность забыть о Боге, здесь все таким вот образом устроено. И даются процессы, которые позволяют добиваться желаемого, минуя отношения с Богом. То есть вот процесс кармы, в чем его опасность этого процесса? В том, что есть ритуалы, позволяющие достичь желаемой цели. И прилагая усилия в определенном направлении, каждый знает, что он получит то, что он хочет. То есть Бог тут ни при чем. Ни при чем. Карма мимамса, она не подразумевает поклонение Богу, если это не приносит каких-то материальных плодов. Какой смысл? Если все можно получить просто поклоняясь полубогам или совершая какие-то обряды, ритуалы, да просто возьми лопату, выкопай землю, там найдешь все, что ты хочешь для счастливой жизни. То есть вот эти отношения... Бизнес-отношения такие, да, отношения работы и плодов, приходящих как результаты этой работы. Эти отношения, они углубляют в нас ощущение контролирующего отношения хозяина своей жизни.
ощущение того, что Бог в принципе-то и не нужен. Если что-то идет не так, значит, я что-то не так нарушил, технологию какую-то. Надо просто поработать еще. Надо просто научиться, как решать новые проблемы. Но проблема материального мира такова, что каждая решенная проблема, решение каждой проблемы приносит еще большую проблему, чем та проблема, которую мы пытались решить. Но из-за того, что нам удалось решить все-таки эту проблему, мы вдохновляемся и говорим, ну раз мы ту решили, почему мы эту не решим? И мы начинаем дальше решать какие-то проблемы. А сверхдуша, она просто наблюдает. В это время Господь, Он находится в роли наблюдающего. Мы страдаем иногда, иногда наслаждаемся, но Господь, Он безучастен. Его это не касается. Он всегда счастлив, то есть он всегда исполнен блаженством. Вот. И наша деятельность в этом материальном мире, она может быть вредной. Вредная деятельность – это когда мы занимаемся адхармой, когда мы совершаем греховные поступки. Это счастье в гуне невежества. Счастье в гуне невежества – это страдание в начале и страдание в конце, да? Как мы знаем из Бхагавад-гиты. Но его фактически нет. Есть только иллюзия какая-то, мечта о счастье. Человек страдает, но он мечтает о том, вот бы выиграть в лотерею. Вот бы у меня умер какой-нибудь дальний родственник, богатый, и завещал мне наследство. Вот бы пришли какие-нибудь богатые бизнесмены и одарили всех преданных, и меня, конечно же, тоже, потому что я уже старый, преданный, заслуженный. У меня столько всего. Бесконечными богатствами для Кришны, чтобы, наконец, все мои страдания ушли. Гуна невежества, она такая. То есть она делает нас пассивными, мечтательными. А в реальности, что происходит, страдания только увеличиваются. Мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы их избежать. От этого они только увеличиваются, растут как снежный ком. Мы пребываем в иллюзии, да? То есть вот невежество, оно в этом выражается. В пассивности, сон, пассивность, иллюзия, безумие, гнев, страх. Это все эмоции гуны невежества. Если мы что-то делаем, то мы делаем из-за того, что страх. Мы начинаем бояться чего-то. Мы начинаем бояться бить в колокола, звонить в скорую помощь, МЧС, спасайте, помогайте. Мы тут с голоду помираем. Вот. Это как-то вот активизирует гуну невежества. Но в целом нет никакого понимания того, что я сам отвечаю за свои страдания. Что я сам виновник того, что мне сейчас плохо. У меня там проблемы, у меня там что-то еще. Вот. Гуна страсти, она позволяет увидеть взаимосвязь между деятельностью и плодами, которые приходят. В гуне страсти человек занят бесполезной деятельностью. То есть если в гуне невежества человек занят вредной деятельностью, то в гуне страсти он занят бесполезной деятельностью преимущественно. Но в зависимости от того, какая примесь, какие гун, гуна благости, либо гуна невежества, да. Но плюс-минус эта деятельность бесполезная. Шримад Бхагаватам называет, что всякая дхарма, все предписанные обязанности, целью которых не является удовлетворение Верховной Личности Бога, является бесполезным трудом. Это просто шрама эва хи кевалам. Это просто бесполезный труд. Не вредный, но и бесполезный. Мы просто идем по кругу. Мы не сидим, мы не лежим, мы идем. Но идем по кругу. Будут страдания, будут наслаждения. Будут страдания, будут наслаждения. Но с душой в это время ничего не будет происходить. И полезная деятельность, Бхагаватам объявляет, какую полезную деятельность? Деятельность, которая пробуждает, то есть способствует пробуждению чистого любовного преданного служения к Верховному Господу. Это высшее занятие живых существ, высшая дхарма, высшая
высшая религия, высшие обязанности живых существ в отношении себя, в отношении всех. Что является лучшей деятельностью? Бхагаватам отвечает, лучшая деятельность – это та деятельность, которая направлена на обретение чистой любви к Богу, на преданное служение. Вот. То есть мы все равно будем действовать. Кришна говорит, ты все равно здесь будешь действовать в этом мире. Тебя заставят гуны, они все равно, ты не сможешь действовать. Но ты будешь действовать либо во вред себе и окружающим под влиянием гуны невежества, либо твоя деятельность будет как белка в колесе, ты просто будешь крутиться. Активность большая, толку никакого. Все заканчивается пустотой. Пустотой везде. Пустотой в сердце, пустотой в голове, пустотой на счетах, пустотой в отношениях. Вся эта вот, ну, как бы, страсть, она как волна приходит и уходит. Кажется, вот много пришло, а потом столько же ушло, или даже еще больше. Вот. И полезная деятельность – это когда мы выполняем предписанные обязанности, дхарма, направленная на обретение чистой любви к Богу. И преданные, они отличаются от кармы, от тех, кто действует, и преданные действуют, и кармы действуют. Но у преданных у них есть основа их деятельности. То есть все, что они делают, вся эта деятельность, она капитализируется, как бы, да? То есть нет потерь на этом пути, Кришна говорит. Каждый шаг навстречу к Богу, он приводит нас, то есть делает это необратимыми плоды нашей деятельности, то есть приносит необратимые плоды, вечные. И постепенно мы обретаем свою природу духовную, то есть вечное знание и блаженство. То, что нас ждет на этом пути. Вот это путь трансценденталистов, путь теологов, теософов. Вот. Карма, да, интересный, захватывающий. Давай заработаем денег, вложим, еще больше заработаем. Для чего? Для того, чтобы ничего не делать. Человек в Тамагуне говорит, так я и так ничего не делаю, зачем мне еще что-то делать? Чтобы заработать, чтобы ничего не делать. Нужна позитивная повестка какая-то. Для чего? Для чего эта деятельность нужна? Что? Всякая деятельность должна приводить к конечной цели, как являть конечную цель освобождения, Бхагаватам говорит. То есть мы должны понимать, зачем мы это делаем. Зачем мы это делаем? Мы должны, во-первых, мы должны действовать решительно. Если мы хотим добиться какого-то результата, да, то у нас должна быть решимость определенная. И вот в истории с Гоп-Кумаром Брихат Бхагаватамрита она описывает вот эта первая стадия мальчика, да, который получил мантру от своего гуру, случайно обретенного, неожиданно для себя. Он обрел гуру, гуру дал ему мантру и исчез, даже не объяснив зачем, что. Но у мальчика была решимость, какая-то твердая вера в то, что вот то, что сейчас с ним произошло, это дело всей его жизни. Гуру дал ему мантру, он сказал, повторяй эту мантру внимательно. И он стал ее повторять с очень большой решимостью. Его жизнь сразу стала меняться. Просто бурнейшие изменения какие-то начались в его жизни. Он видит, что его мантра, она начинает его куда-то вести. Какие-то новые знакомства, новые отношения. И там уже где-то он уже начинает с божествами общаться, и уже видеть Господа, и видеть преданных. И вдохновляться, идти дальше, повторять мантру. Но потом появляется снова гуру, он говорит, что нужно повторять санкалпы. Этого мало, с решимостью. Санкалпы — это то, что он ему не успел дать вначале. Он ему не сказал, зачем ты ее повторяешь. Цель должна быть у повторения мантры.
Это здорово, когда мы мантру повторяем с решимостью. Решительно встаем рано утром, решительно омовение совершаем. Не просто моемся, а совершаем омовение. Вот. Решительно берем четки, решительно повторяем Хари Кришна Махамантру. Решительно боремся с умом, который мешает повторять. Решительно произносим, решительно слушаем. Это хорошо. Решительно стараемся избавиться от оскорблений. Но должна еще появиться цель. Мы должны чувствовать, а зачем? А к кому я сейчас обращаюсь? Что я хочу получить в результате этого повторения? Кого я хочу удовлетворить? Либо с кем я хочу в отношения вступить? Что я хочу, чтобы поменялось в моей жизни? Что я хочу, чтобы ушло? Что хочу, чтобы пришло? Это начало отношений. Так вот, карма, которая описана в этом стихе, она подразумевает выполнение твоих желаний, избежание страданий без необходимости вступать в отношения. Ничего личного, только бизнес. Есть такая поговорка, да, английская. Не берите, не принимайте близко к сердцу. Я ничего против вас не имею, чистый бизнес. Мы вас увольняем просто потому, что это бизнес. Вот. Мы вас разоряем просто потому, что это бизнес. Ничего личного. Не переживайте. Это просто карма. Карма — это означает ничего личного. Есть я, есть мои желания. И есть какие-то барьеры на пути, которые я преодолеваю. И все в таком режиме находятся. Вот. Но мы находимся в движении, в котором от нас ожидают развитие отношений. И эти отношения, они постепенно нас приводят к высшему, к высшей форме отношений, к любви к Богу, к отношениям с Верховной Личностью Бога, которые включают в себя отношения со всеми Его преданными. И сейчас у нас есть возможность начать уже с отношений с преданными. Но вот уровень, конечно, Хатхикари, он не понимает. Он не понимает, зачем ему нужны отношения с этими преданными. Он понимает, что ему нужны отношения с Богом. Но отношения с преданными, они же такие странные все. У них они не очень-то преданные, все эти преданные. Вот, и вся его, все усилия на какие-то отношения он готов, но только с Богом, с каким-то вот идеальным Богом, которого он себе в голове представил. А наш Бог, он показывает в своих играх, что он не будет играть по этим правилам, что он будет делать так, как никто не хочет, может быть, чтобы он делал. И чтобы понять вообще, как с таким Богом можно находиться в отношениях, нужно очень хорошо научиться вступать в отношения с преданными. Что такое вступать в отношения с преданными? Это значит, что мы с ними хотим общаться, во-первых, да, то есть нас тянет к ним. Мы что-то чувствуем, когда мы начинаем с ними общаться, что-то очень важное в нашей жизни происходит. Мы хотим общаться. Второе, мы хотим служить им. Нас вдохновляют они. И когда мы с ними общаемся, мы не находимся в образе. Мы себя естественно ведем, и они тоже не находятся в образе в каком-то в это время. Мы должны общаться, ну, то есть это как бы естественный процесс, это не просто вынужденная какая-то, не знаю, мера для чего-то, достижения любви к Богу. Ну вот такое мне квест, такое испытание прислали. Вот надо теперь отношения с преданными наладить. Начинаем психологию изучать. Как наладить семейные отношения, как наладить отношения в коллективе, отношения с руководителем. Вот. Дело не в психологии. Дело в том, чтобы найти место, в котором я нахожусь комфортно, без образа, без своего. Выхожу из роли.
Выхожу из всех ролей, которые я на себя надел. Бывает так, что хочешь установить отношения с каким-то преданным, смотришь, нет, он в образе. И у вас не получается. Говоришь, ну давай как-то вот так вообще, без образа. Нет, не готов. Вот у него есть образ какой-то. И он тоже настаивает, чтобы ты тоже был в образе. Что ты тут фамильярничаешь? Что ты тут? Как ты так вот себя ведешь? Что ты бесформенный какой-то. Давай придай какую-то форму. Скажи, вот у меня вот такой вот образ. Вот это делать, вот это не делать. Вот это вот хочу, вот это не хочу. Стратегия какая-то должна быть у тебя, амбиции какие-то. Ну что-то должно быть такое, за что можно зацепиться. Создай какой-то образ. И мой образ, твоим образом, они как-то вот войдут в какое-то взаимодействие, и мы получим какой-то результат. А не получается. Не получается. С преданными очень тяжело. Потому что они все время разоблачают нас. Они все время нас выводят как бы из этого образа. Они говорят, ну что ты там о себе возомнил? Долго ты еще будешь тут пыжиться? Ну сколько тебя хватит? Когда сдуешься, позвони, ладно, я приду, поговорим. Примерно в таком настроении находятся преданные, которые почувствовали вкус отношений без образов. А это не значит, что без образов. Без образов это, ну как бы, да, можно представить себе, это что-то такое бесформенное, майявада какая-то, брахмаджоти. Нет. Это отношения, сосредоточенные на одном образе, образе Верховного Господа, на его играх, на образе старших преданных, на образе ачарьев наших, Шрила Прабхупады. Это не означает, мы бесформенны, мы безинициативны, нам ничто не интересно. Но это настоящий образ, это вечный образ. Это не что-то искусственное, не что-то придуманное. Сегодня я такой, завтра я такой. Сегодня я Наполеон, завтра я еще кто-нибудь. Вот. Что сделать? Ты хочешь войти в отношения с человеком. Он не против. Он не знает, как без образа входить в отношения, он боится. Он сам боится себя. Он сам боится для себя даже оказаться без образа. Ну как так? Как это я буду вот никто, что ли, вообще? Или никак, или нигде? Что я буду вот, ну, собой представлять? Надо как-то глаза накрасить хотя бы там, ну. Знаю, что там брови подвести, там выщипать, или там что-то еще, волосы покрасить. Ну, то есть вот это грубый такой пример, да. Ну, у женщин это вот так вот выражается, у мужчин точно так же выражается, но просто немножечко в более как бы скрытых таких вещах, да. То есть нужен образ, нужно войти в какой-то образ для того, чтобы общаться. А если нет, то как можно общаться? Вы подождите, я не накрашена, да, вот обычно так бывает. Мы не можем общаться, мы не можем в отношения входить такими, какие мы есть. И смотришь, думаешь, ну, интересно, ну, надо понаблюдать за этим преданным. Ну, может быть, с кем-то ведь он находится вне образа. Ну, хотя бы понять, а кто он вообще. Потому что так же непонятно, кто он. Что он туманно нагоняется. И ты при всем своем желании не можешь вступить, потому что тебе перекрывают. Ты так с этой стороны подойдешь, знаете, как павлин. Он так все время поворачивается, чтобы лицом к вам быть. Зачем? Ну, потому что сзади у него не очень красивый вид. То есть хвост, он как бы в одну сторону работает. И он вот так вот отслеживает ваши движения, как бы, чтобы вы не подобрали сзади и не увидели таким, какой он есть. Вот. Или там, знаете, такие пушистые собачки бывают какие-то, да, такие очень упитанные, кажется, да, потом их помоют, и они такие вот все шкелеты полностью. Висящей шерстью, ты думаешь, Господи, а где этот образ страшный такой, какой-то собаки? Вот. Нам страшно же. А тут вдруг там кто-то же воспользуется нашей слабостью. Кто-то же сейчас вот возьмет и вытрет от нас ноги или эксплуатировать начнет. А почему вы деньги просите, когда вот надо программу проводить? Это странно. А почему вот вы говорите, что я должен вот это делать, а вот это я должен не делать. Вы меня что, эксплуатировать хотите? Вы меня плохо знаете, вы меня еще узнаете. Я вам еще покажу. Я таких видал, как вы. Люди боятся быть такими, какие есть. Не доверяют. Нужно дождаться
где-то подловить и посмотреть, где-то все-таки есть люди, с которыми он расслабляется. Ну, люди, которые уже знают его как облупленного, обычно это в семье происходит. Перед женой долго трудно образ держать. То есть она тебя быстро понимает. Вот. И надуваться не получается. То есть вот этот вот как бы павлин, как этот тигр на охоте, да, и ягненок дома. Вот примерно такая стратегия должна быть. Если у него попытка зайти со своим образом домой, ну забыл просто разуться там, например, заходишь домой и разуться забыл, прошел прям туда, до конца в алтарно, в обуви. Ты же сразу получишь, правильно? Вот. Там свой тигр уже сидит в этом, в крепости. Здесь ты должен быть ягненком. Все. Ты там был, там, во внешнем мире ты тигр. А здесь ты заходишь, ты должен избавиться от этого образа. Если муж пытается голос повысить на жену, все. Скандал. Кто в этом скандале побеждает? Ну, обычно жена, я не знаю, как бывает, может быть, какие-то исключения. Вот. Но обычно, знаете, как бы искажения в таком плане бывают, что он дома лев, царь зверей, а на улицу выходит, он там ягненок. И вот у него из-за того, что на улице не получается как бы себя самоутвердить, то он пытается реализовать свою львиную природу в доме. Жена его выгоняет на работу, а у него не получается. Там никто его не принимает львом. Все над ним командуют. Вот, и он думает, а как бы найти такую работу, где бы ты сразу был начальником, и все бы тебя слушались, еще бы тебе много денег платили. Вот. Карма. Карма. Ну, всем хочется, конечно, чтобы деятельность не была впустую, чтобы она приносила какие-то плоды. Бхагаватам говорит, если деятельность не связана с поклонением с Верховному Господу, то она будет впустую, независимо от того, расцветаешь ты там или засыхаешь. Неважно, без разницы. Пустая деятельность. И вот мы сейчас читаем диалог великого мудреца Шукадевы Госвами, великого царя Махараджа Парикшита, у которого осталось, ну вот тут уже не 7 дней, тут уже 2 дня, может быть, ему осталось всего, да, жить-то. И Шукадева Госвами описывает осень во Вриндаване, про павлинов, про деревья, про облака. Ну что, это самое неотложное вообще, да, что нужно знать в момент смерти. Можно же конкретно сказать там прямо что-то такое, да? Вот. Он и карму описал, и гьяну, и... А вот так вот представьте себе, что каждый стих, он приводит Махараджа Парикшита все больше экстаз, и он чувствует, что он получает именно то, что он хочет, то, что он нужно ему, то, что ему необходимо сейчас, в данный момент. И он все время вдохновляет Шукадева Госвами, он говорит, продолжай, продолжай, продолжай. Ответь еще вот на этот вопрос, на этот вопрос, на этот вопрос. А еще я, наверное, сам не знаю, какие вопросы задавать, поэтому ты еще можешь что-нибудь рассказать сам, то, что считаешь важным. Настолько вдохновлен. И Прабхупада говорил, что Махараджа Парикшита – это выгодное положение. Он знал, что он хотя бы ближайшие 7 дней не умрет. У нас такого положения нет, он говорит. Мы можем умереть в любой момент. Никто не знает, есть у нас хотя бы один день. Как Гуру Махарадж пошутил, говорит, мы все знаем, что мы умрем в один из 7 дней. Либо в понедельник, либо во вторник, либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье. Все. Предсказание свершилось. Попробуйте не угадать. Попробуйте умереть какой-нибудь не из дней, не из 7 дней недели. У каждого есть только 7 дней. Вот и выбирай. Либо в понедельник помрешь, либо в пятницу. Большой выбор. Вот. Карме он прилагает усилия. Если что-то не получается, значит, я сам виноват, надо еще больше усилий прилагать, либо не в том направлении прилагая усилия. Вот на это вся жизнь уходит. Вот эта иллюзия того, что я, результаты деятельности приходят благодаря моим усилиям.
И материальная природа изо всех сил она подтверждает эту аксиому. Она постоянно подтверждает это. Она видишь, вот видишь, тебе же зарплату заплатили, это потому что ты работал целый месяц, честно работал и премию заслужил. В следующий месяц тоже должен работать. Все подтверждается. Начинаешь грешить, получаешь плохие реакции. Но это же подтверждает. Надо быть благочестивым к карме. Надо заниматься благотворительностью, надо политикой заниматься, да, вот там про политиков описывается. Ездить, уговаривать избирателей, лапшу им на уши вешать. А иначе нечего будет кушать. Денег не хватит на новое корыто старухи, на дворец. Вот. Вот такая вера. В то, что оно должно прийти. А у преданных у них другая вера. Их настораживает, когда белая полоса приходит. Они думают, что такое? Что-то не то. Что-то я о чем-то не о том помечтал, что ли? Зачем Кришна мне вот такие испытания посылает? Как же мне сейчас о нем помнить-то, когда все хорошо? Царица Кунти, она говорит, как же теперь о тебе помнить-то? Все враги побеждены. Мы возглавляем царство. Юдхишхира короновали. И что теперь, какой повод про тебя вспоминать? Вот раньше было хорошо. То одно, то другое. То враги, то болезни. Непреданный вчера слушал тоже беседу с Гуру Махараджем, и там Патри Прабу рассказывает историю. Не историю, это баджан. Баджан, который поют преданные. Какой-то преданный написал баджан. Он молится Патита Паване, Господу Джаганатхи. Говорит, ты Патита Павана, ты спаситель падших. Но меня ты спасать не хочешь. Я не знаю, почему ты меня не хочешь спасать. Если ты Патита Павана, то ты должен спасать падших. Может быть, я недостаточно Патита, он говорит. Ты просто мне скажи, какой грех я еще не совершил, я его совершу для того, чтобы ты меня спас. У меня нет квалификации, он говорит. Видимо, квалификации не хватает для того, чтобы ты меня спас. Ты сейчас там падшими занимаешься, а до меня тебе дела нет? Но скажи, что я должен сделать, чтобы стать падшим? Достаточно падшим, чтобы ты меня спас. Один преданный вчера, тоже звонит и жалуется. Похоже, у меня квалификации не хватает служить Кришне. Я вот там ошибки делаю, тут ошибки какие-то делаю. Нет квалификации. Но вот это и есть квалификация. Когда мы не знаем, когда мы понимаем, что у нас нет никакой квалификации. У нас нет квалификации, понимания того, что у нас нет квалификации. Вот этой квалификации у нас нет. Поэтому Кришна будет трудности посылать, будет показывать, да ничего ты вообще не понимаешь ни в чем. Никакой ты не профессионал ни в том, ни в этом, ни в третьем, ни в десятом. Ты только зависишь от моей милости. Должен зависеть, по крайней мере. Тогда тебе все будет хорошо. Когда ты поймешь, что ты квалифицирован в том, что ты никак ни в чем не квалифицирован, это бремя ответственности за свою жизнь, карма, она с тебя просто спадет. Ты просто будешь зависеть от меня. Господь не против, чтобы мы от него зависели. Он даже за. Вот. У нас 9 часов. Что мы сегодня интерактивно обсудим? Чтобы Ратнавати потом не обзывала меня бурундой. Помните про бурунду на вчера? Такая птичка, которая никого не слушает, только сама говорит. Амала Говинда Прабху, Хари Кришна. Хари Кришна, Анасуя. Хари Кришна. Спасибо вам за лекцию. Вот эта вот тема актуальная про образы. Это я вам очень благодарна за то, что вы ее транслируете в своих лекциях, потому что в те моменты, когда получается так хоть немножко снимать какие-то маски, очень легко на самом деле жить становится.
на сердце, ну, вообще. Поэтому спасибо, что вы про это напоминаете. Ну, мне такая мысль пришла еще в связи с этими масками. Это, конечно, примесь психологии, но что это же как издержки Кали-Юги тоже, потому что человек, ну, институт семьи, он потерян в полном смысле слова, который он был, да, задуман. И когда вот человек, он живет в атмосфере принятия, то тогда он... Ну, это Бхактивиданта Свами Махараджа говорит в лекции тоже в «Тристречном духовном пути». То тогда он, ну, как бы свободно себя чувствует. А когда ребенка, да, подавливали и так далее, то тогда, естественно, мы как бы такие зажатые все, и нам приходится, ну, изображать в себе что-то, когда мы выросли. А еще, получается, мы изображаем изо всех сил, нам, а потом нам говорят, ты плохо, плохой то, что ты изображаешь. Ну, в общем, так вот. Я просто вспомнила, что... Когда у нас в храме появился вот Ашеш, да, который приехал из Индии по обмену, а Пирамтакур Прабу, он, мы вообще так не заметили, ну, короче, ладно. И Пирамтакур Прабу, он такую вещь заметил, как он отличается сильно от нас, как он тянется к людям и насколько он открытый. И даже вот сейчас у него, он немножко изменился, повзрослел за это время, но вот Каруна Гаури тоже отметила такую вещь. Была лекция Гуру Махараджа, Гуру Махарадж, да, вот попросил там, ну, старших там поделиться и так далее. И вот насколько он искренне это делает, открывает сердце людям. Вот такую вещь тоже отмечаем, глядя на него, что и без комплексов, и при этом все счастливы потом от этого. Ну вот, да, что, ну, как издержка. Я вот этот вот момент услышала еще, что, ну, это Кали-Юга как бы так влияет, что мы такие, ну, в масках. Вот, хотела ваше мнение. Ну, есть ли доля правды в этом тоже? Есть, да, конечно, но просто если мы правильное общение себе ищем, да, то мы его найдем. То есть не оправдание то, что у нас его нет. У нас его нет, потому что мы его не ищем, правильно? То есть если мы его будем искать, то мы его найдем. Но у нас недостаточно желания, решимости. А что это я буду его спрашивать? Пусть он сам мне лучше скажет. Ну, ну примерно так. То есть, да, вот мы не готовы вступать в отношения. Мы как бы, нам комфортно в этом своем образе. Ну, у меня нет отношений с этим человеком. Но у меня нет как бы отношений. А кто виноват, что у тебя нет отношений? А ты идешь на эти отношения? А ты его как бы приглашаешь к этим отношениям? Вот. То есть мы должны тоже роль старших очень важна в том плане именно их опыт избавления от этих образов. То есть их опыт удовлетворения идеальными образами, то есть образами духовных учителей, Кришны, Радхарани, Гопи. То есть вот когда видно, что человек этими образами живет, он приезжает, он всех выводит из образа. Да? Вот заметили, там Сагара Махарадж приехал, лекцию дал, и все в экстазе, все забыли вообще про кто они, где они. Знаете, люди уходят там и в гардеробе одежду оставляют зимой с лекцией. Вот такие вот случаи, ну, периодически. То обувь, то одежду оставили. Куда они ушли без одежды? Непонятно потом. И в храме потом целые мешки вот это вот собирают. Кто оставляет эту одежду? Зачем оставляет? Да они просто забыли вообще, кто они. Они даже одежду не помнят уже, что это их одежда. Вот. И Гуру Махарадж недавно тоже рассказывал про проповедь в России. В Бангалоре он преданно рассказывает, просто они же не знают, как тут, что у нас, как происходило, развивалось, когда пришло сюда сознание Кришны. И вот про кризис, который в 98 году был, когда многие преданные ушли вслед за Хари Кришна с вами, он говорит, что у меня был вопрос, говорит, такой был вопрос, я, говорит, не мог понять, а почему так вот нужно было, так много преданных, столько усилий тратили для того, чтобы они пришли, и они так вот просто вот, ну, кажется, что это несправедливо было, что это вот, ну, большой удар по нашему движению, и Кришна, он, ну, как-то не уследил, что ли, за этим. Ну, то есть не мог понять, говорит, в чем замысел-то Кришна был. И потом, говорит, я понял. Со временем, говорит, через какое-то время, общаясь, ну, как бы с преданными, со старшими преданными,
у которых, которые понимали сами, что происходит. Вот, я смотрел, следил за ними, я как бы, я, говорит, понял, что вот это вот движение, оно было массовым, очень активным, очень много книг распространялось, очень много проповедей было, много людей приходило, но просто уже, как сказать, преданные, они научились просто, поменяли один образ на другой, то есть они создали вот этот новый образ современного кришнаита, и старшие, успешно находящиеся в этом образе, они учили младших также находиться в этом образе. То есть это было как бы искусственное построение, которое должно было развалиться. Оно не на фундаменте было. То есть оно было построено из вот этого песка. Вот. То есть чтобы просто показать, что вот эта искусственная вещь, то есть было накручивалось, нагонялось очень много искусственных вещей по поводу божественности духовных учителей, там по поводу их вот какого-то не от мира сего, там и вот это все должно было, вот все это очень важно, там, знаете, вот все детали, ритуалы. То есть мы стали как бы очень религиозным таким вот как бы движением, где вера людей, она была во внешние вещи как бы погружена, во внешнее принятие там внешних вещей. На этом казалось, что это сознание Кришны, и когда малейший удар, оно все закачалось и развалилось. И вот искренне преданные, серьезные, они стали задавать вопросы, а как же так, что мы не так сделали, где технология, правильная технология, где фундамент должен быть. Вот, то есть это мы периодически через эти этапы будем проходить. Вот. Но у нас должны быть просто правильные ориентиры для того, чтобы не бояться терять образы. Вот. И каким образом можно выживать-то, когда у нас нет этой атмосферы, нет такой большой семьи, в которой все всех любят, такими, какие они есть. Да? Вот в семье же таких, какие мы есть, любят, да? Правильно? Вот. А на работе нет. На работе тебя не любят таким, какой ты есть. Ты как бы вот не был, каким бы ты есть, а тебя будут любить таким, как ты работаешь, как вот ты выполняешь свои профессиональные обязанности, так тебя и будут любить. Вы не могли бы мне повысить зарплату? За что вам повысить зарплату? Ну, у меня такой голос приятный. Да вы что? У нас за это не повышают зарплату. Нам очень нравится ваш голос, конечно, да, но это как раз входит в вашу зарплату. Мы за это уже заплатили. Вот. И вот этот диссонанс возникает из-за чего? Из-за того, что есть ожидание семьи, и при этом есть какие-то требования еще, да, которые, казалось бы, ну, внутри семьи не должно быть, и вы меня в какой-то образ вгоняете, что я должен вот делать вот это, вот так-то, почему ты не вовремя приходишь? А почему вы меня спрашиваете? Вы меня должны любить таким, какой я есть. Вы же старше, вы должны меня прощать и любить. Нет, ты записался на служение божествам. Как ты можешь приходить не вовремя? Мы тебя любим, конечно, пожалуйста, не приходи на послужение божествам. Мы тебя будем любить просто как члена нашей семьи. Если ты все еще в теплице находишься, мы будем ухаживать за тобой, поливать, кормить, вовремя приносить, все стараться. Но если ты хочешь уже выйти на огород, ну тогда ты должен взять на себя какие-то обязательства. И это тебя не перестает делать членом семьи. Это есть семья, а есть бизнес еще внутри семьи. Так вот, как члены одной семьи, мы все равны. У нас у всех духовные учителя, мы все любим Кришну, мы все искон. Но если мы вступаем в какой-то бизнес, то есть у нас есть цель какая-то, у одного департамента появляется цель распространить 1000 книг, например. Мы не можем не принимать на себя никакой ответственности. Появится какая-то дисциплина, да? Ну что, если семейный бизнес, да, затея, ну там недостаточно просто быть племянником директора, понимаете? У тебя должна быть профессия, ты должен приложить усилия для того, чтобы стать каким-нибудь юристом, бизнесменом, там еще кем-то. А иначе бесполезен ты в бизнесе. Ты хороший человек, но ты бесполезен для бизнеса. Ты в нашей семье, да, ну как бы не все в бизнесе участвуют в семье. Кто-то просто живет. Дети, они просто живут, их нельзя дисциплинировать, заставлять, говорить, нет, ты должен, вот, отчеты у тебя должны быть, ты должен, столько-то встреч у тебя должно быть в день. Нет, ты ребенок, все нормально, все тебя любят просто. Но если ты вырастаешь и ешь уже как за трех здоровых,
Ну, тебя могут попросить сказать, я не мог бы там у нас хотя бы тут прибираться, мусор выносить, ну, как-то вот что-то делать хотя бы для нашего бизнеса, потому что мы же всю семью кормим здесь. Мы как-то думаем о том, чтобы всем помочь, чтобы расширить семью, чтобы нас больше было в семье. Проповедуем. Я создал организацию только для этого, для того, чтобы можно было проповедовать. И мы начинаем вот из-за того, что мы не понимаем как бы структуры вот этой организации, в которую мы попали, мы начинаем противопоставлять одно другому. Мы говорим, это какие-то бизнесмены, мы с ними дело иметь не хотим. У них там такие строгие правила, они придумывают штраф за то, что ты опоздал на совет. Я что, маленький ребенок, что ли? Что вы меня штрафуете? Если я опоздал, значит, я просто по серьезной причине опоздал, я взрослый человек. Ну и вообще, как бы это не по-кришнаитски, мы все одна семья, почему вы нас штрафуете? Ну, если ты не хочешь в эту игру играть, не играй, пожалуйста, иди в теплицу, там тобой будут заниматься, любить тебя, вдохновлять все, делать так, как тебе нравится. Вот. Но это не означает, что мы как бы отделяем друг друга. Если ты не в нашем бизнесе, то это не означает, что ты не в нашей семье. Мы же тебя кормим, мы же тебя... Этот бизнес для чего? Для того, чтобы семья процветала. Поэтому если кто-то не может брать ответственность еще пока, но он тоже член семьи. Из семьи трудно кого-то выгнать, потому что человек уже родился. То есть нельзя... Родился, и он нам не нравится. Он такой, какой он есть. Извините, принимайте, учитесь как-то. Отношения с ним выстраивайте. Нельзя обратно родить уже его. То есть он уже все, он уже один раз родился, он уже член семьи, все. Это его права, это его обязанности какие-то. Все это автоматически, постепенно у него появляется. Вот. Так я хотел сказать, что маленькими коллективами она соль. То есть надо найти себе одного человека, с которым вы безобразно находитесь. Потом двух, потом трех. Не ставьте себе сверхзадачу, почему весь департамент не принимает меня такой, какая я есть. Да не будет он вас принимать, потому что в департаменте вы функция. Вы должны делать вовремя, все чисто, аккуратно и показывать всем пример. Вот. Например, ну, я не исключение, жизнь она не в одном департаменте. Семья важна, конечно, да, важен институт семьи, там, социум, психология. Важно. Но важно, чтобы это было связано с Кришной. Чтобы мы сосредоточены были на образе Кришны. Потому что психологически мы можем очень комфортно устроиться здесь, но потом будет очень серьезный кризис у нас. Психология – это способ оттянуть одну полосу и уменьшить другую, отдалить. То есть это просто перекладывание с одного плеча на другое. От кармы психология не освобождает. Алексей Наземцев спрашивает, как понять, что преданный может задействовать служение Кришне и может ли задействовать? Что он может задействовать? И может ли он задействовать? Какие признаки того, что Кришна принял то, что преданный пытался предложить, задействовать в служении ему, а не просто формально ему предложено? Но Шрила Прабхупада давала, да, он, когда его спрашивали, а как понять, вот, что Кришне нравится или не нравится? Потому что наша задача же преданным служением заниматься так, чтобы Кришне нравилось. Шрила Прабхупада говорит, очень просто, он говорит. Вот если нравится вашему гуру, значит, Кришне нравится. Если не нравится, значит, Кришне не нравится. Вот. А если гуру далеко, мы тоже не знаем, понравилось гуру, например, как я сегодня пел, или не понравилось. Откуда я знаю? Нужно спросить у того, кто дал мне петь сегодня, кто меня назначил. Сказали, споешь сегодня, я спел. Ну так подойди потом и спроси, как я сегодня спел. Вам понравилось? Или надо было погромче, или потише, или может быть там... Долго я слишком пел или еще как-то. Человек, он будет врасплох застигнут. Почему? Потому что у нас не принято отвечать за служение, которое мы поручаем другим. То есть это как бы старшие не берут на себя ответственность старших, а младшие не чувствуют, что они служат под чьим-то руководством. И это встряхнет этого старшака, как это в Гурукуле старшаками называют, да, старших Гурукул. И он подумает, Господи, Боже мой, я же его попросил петь, а сам даже не понял, что я теперь должен как-то это с Кришной связать, потому что это же я его попросил. И вот эта связь, она должна возникнуть, понимаете? То есть, когда мы что-то делаем, и мы думаем, что мы занимаемся преданным служением,
и у нас нет ответа на вопрос, кто меня занял этим преданным служением, вы можете быть просто уверенными, что Кришна не принял. Ну так, на всякий случай. Может, конечно, и примет, кто его знает. Кришна такой милостливый. Но может так принять, что вы даже об этом и не узнаете. Вот. А вы же хотите обратную связь, хотите реакцию какую-то, отношения, чтобы развивались. Поэтому преданное служение – это то служение, которым и нас заняли преданные. Вот это самый точный перевод слова «преданное служение». Хотите преданным служением заниматься? Попросите преданных занять вас преданным служением. Когда вы сделали, подойдите и спросите, понравилось преданным то, что вы сделали или нет. И что нужно сделать лучше, чтобы преданным понравилось? Вот это преданное служение. А любить Бога можно как бы в гуне благости, там может быть преданные не нужны особенно. То есть просто любишь Бога, там как-то что-то для Него делаешь, вспоминаешь там как-то про Него, когда трудно. Вот. А сфера преданного служения, она находится за пределами гуны благости, и там ориентиров очень мало. Нет ориентиров. То есть мы не можем их ни на языке кармы, ни на языке гьяны, никакая гуна не поможет нам описать, помогло это или не помогло то, что я сделал. Принято это или не принято. Было там что-то трансцендентное в том, что я совершил или нет. Единственный способ – это спрашивать у преданных. С ними общаться в отношениях, наконец. Потому что я не вижу. Я в иллюзии. Я вижу только то, что с гунами как-то связано. А преданное служение, оно за пределами гун находится. Да, а датчики стоят у каждого в сердце, у каждого преданного. Датчики на бхакти. Бхакти-сенсоры такие. И вот они знают, как бы включает их мое служение или не включает. Если включает, значит все нормально. Будем продолжать. Благословение есть. Вот. Это как это самолет, знаете, по этим летит, когда по приборам. Плохая видимость. Ничего не видно, ничего не слышно. Он только может ориентироваться на приборы на свои. И также вот мы, когда выходим из сферы гун материальной природы, у нас только ориентиры это преданные. Они нас ведут, как это авиадиспетчеры ведут. Так, шаг вправо, шаг влево. Два шага вперед. Вот. Мы должны быть очень зависимы от преданных. Потому что мы, ну, не то, что мы должны понимать, но мы на самом деле, полностью дезориентированы в сфере преданного служения. У нас нет никаких там ориентиров, потому что все, что у нас было здесь, в этом материальном мире, оно там не работает. Нам нужны ориентиры, нам нужны диспетчеры, которые говорят, нажми, пожалуйста, на эту кнопочку, на этот рычажок потяни. Нет, сильно потянул, чуть послабее. Теперь вот так, вот так. Вот. Что-нибудь, кто-нибудь еще добавит к моей бурундиевской лекции? Джайгуранга, может быть, добавит. Аланкар Прабху. Хари Кришна, мои поклоны, это Аланкар, можно? Да, Хари Кришна. Да, мои поклоны, дорогие вайшнавы. Да, очень спасибо вам, хорошая тема, затронули те вопросы, которые актуально нужны здесь сейчас. Вот, и просто хотел бы поделиться своими, может быть, реализациями, наблюдениями и на вопрос Алексея, может быть, даже как-то ответить. Вот, по крайней мере, я понимаю так, что если мы вкладываем какие-то усилия в общение с преданными, вот, и как-то им помогаем, то потом мы видим результат этого преданного, и за них радуемся, в сердце появляется радость. Вот это, мне кажется, критерий того, что Кришна доволен тем, что ты делаешь в отношении людей, в отношении преданных, в отношении семьи и так далее. Ну, по крайней мере, это у меня такая реализация. Это заметно, когда люди приходят на обучение с какими-то мнениями, менталитетом, вот, и потом видишь разницу, пришел какой-то, да, со своим сознанием, и после окончания программы, курса, ты наблюдаешь, насколько он вырос, насколько он стал уверенный, и наша задача, чтобы он именно шел по стопам Шрилы Прабхупады, то есть дать ему вот этот путь, путеводительную, будем так говорить, путь в преданном служении Шрилы Прабхупады, пример духовных учителей. Вот мне кажется, вот
так тоже можно определить тот критерий, как ты вообще работаешь, как ты служишь, как ты выполняешь наставления духовного учителя. Вот я просто поделиться хотел так вот в этом плане. Спасибо. Спасибо. Я, пользуясь случаем, можно еще отрекламирую одно служение, которое мы пытаемся улучшить. У нас Видатита, она, ну, как бы пожилой человек, да, 85, сколько ей, 86. И она не может без общения с преданными. Вот такая проблема, как бы, да, ей тяжело дома одной все время находиться. Ей бы хотелось почаще куда-то выезжать, как-то в чем-то участвовать. И вот она за любую, похоже, программу, которая бы не была, вот, но у нас нет людей, которые бы ее возили по всем этим программам. И вот если есть какая-то желание, какая-то возможность, какая-то, может быть, раз в неделю, например, или раз в месяц, просто отвозить ее на Харинаму и потом обратно. Она на старой сортировке живет. Или в магазин просто надо съездить иногда. Просто ей надо хотя бы в магазин что-то купить, просто развеяться немножко. Просто с преданными пообщаться. Или просто приехать, у кого нет машины, просто приехать к ней и почитать вместе книги. Поговорить о Кришне. Она очень радуется, когда преданные к ней приходят. Вот. В общем, вот сейчас у нас такая вот задача. У нее как-то вот это чувство одиночества немножко обострилось сейчас. Скучает по преданным. Ну или звонить, может быть, хотя бы как-то попробовать. Не знаю, как звонки помогают, но вот ей смена обстановки, прямо она как-то оживает, когда ее куда-то. Если у кого-то есть какие-то программы, там на Махаты, там или еще что-нибудь. Вот. Имейте в виду. Так. Давайте 8 минут еще есть. Кто-нибудь? Владимир. Хари Кришна, Малагавинда Прабху. Спасибо большое за лекцию. Особенно понравилось про павлина. Раньше не слышал. Вот. Я хотел вопрос задать. Может быть, не до конца понимаю все-таки, что вы имеете в виду под отношениями без образов. Просто, я не знаю, может, неправильно понимаю, как бы, может, есть опасность, что отношения без образов могут превратиться в безобразные отношения. Потому что вот есть такое слово «простота», да, это одно из качеств святой личности. Но иногда говорят, что простота хуже воровства. Вот такой пример, например, приходит человек на Махату там, в первый, второй раз и говорит в конце, а давай на «ты». И ты понимаешь, что как бы, ну, ты не хочешь на «ты» с ним еще общаться. Даже, может быть, ты еще не уверен, что ты хочешь, чтобы он продолжал приходить. Вот. Это как бы я какой-то образ на себя навешиваю или он какую-то фамильярность проявляет? То есть конкретно в этом примере, что означает отношение без образа? Спасибо. У вас микрофон выключен. Да, спасибо. В этом примере, конечно же, ну, скорее всего, оба находятся в образах. Без образа – это освобожденная душа. То есть это… Брахма Бхута Прасанатма Нашочати Наканшати Самах Сарвешу Бхутишу Ангатим. Лабхате Парам. Лабхате Парам, спасибо большое. Вот. То есть мы ко всем одинаково должны относиться, когда мы без образов. Вот. А мы по-разному все равно. И вот ему удобно на «ты». Это его образ такой. Как бы ему дискомфортно, когда на «вы». Кажется, что это сближает. Вот. А вам удобнее на «вы». Тоже как бы свой образ такой. С незнакомыми людьми трудно сразу же оказаться вне образа. Это получается только у тех, кто забыл уже, как в образе жить.
это чистые преданные. Когда со Шрилой Прабхупадой встречались люди, даже взглядом мельком случайно встречались, они чувствовали, что они давно его уже знают как-то. То есть ощущение такое, что мы знакомы с ним, что мне не надо его разгадывать. Это не человек, как бы, энигма, загадка какая-то с многогранными какими-то. Он полностью открыт, полностью. У него ничего нет, кроме Кришны, и он этого Кришну всем дает. Все. Говорит, Шрила Прабхупада, говорит, я как корова. Говорит, куда меня приведите, я буду давать молоко. Больше у меня ничего нет. И вот он с образом Кришны, он ему не нужно никаких других образов. Он не боится вступать в отношения, он не боится, то есть Шрила Прабхупада, он везде прямо как бы, ну, не было так, что вот здесь я вот так вот построю проповедь, а вот здесь я ее так построю. Он везде говорил, как бы, ну, он старался говорить на понятном языке для тех людей, с которыми он говорил, но послание всегда было одно и то же. То есть это не означает, что мы не подстраиваемся под обусловленность других людей. В этом как раз искусство проповедника, что он очень хорошо подстраивается, знает, видит Мадхья Мадхикари, он видит разницу, да, кому он говорит. Но сам при этом, то есть он, ему не надо самому меняться, то есть он не меняет послание, он меняет просто форму, в которой он доносит одну и ту же мысль для всех. Не пышься, тебе же лучше будет. Просто прими Кришну как единственную свою защиту, как единственного своего друга, единственного хозяина всего, что ты тут себе присваиваешь. Тебе будет спокойнее. Вот. Поэтому это многоступенчатая задача, это надо постепенно как бы ее в своей жизни решать. Просто надо видеть правильный ориентир на тех людей, у которых этот образ, он естественным образом отсутствует. То есть он не сказать, что его нет, он есть, но он такой прекрасный. И он очень трудно, как знаете, как люди, которые видели преданных, а потом снова где-то увидели, у них такое ощущение, так знаете, как вот как все китайцы одинаковые, так для них преданные тоже что-то такое общее у них у всех. Они, как сказать, они не могут вспомнить, вот этот преданный им говорил или тот преданный говорил, потому что то, что они преданные, оно как бы у них затмевает их внешние какие-то вот такие вот формы. Что-то такое необычное есть у преданных. И вот это вот необычное, оно как раз не связано с внешними вот этими вот образами. Вот. То есть надо понять самое ценное, что у нас есть. Вот, мы должны быть носителями вот этого вот объединяющего нас всех бхакти. Вот. То есть, смотрите, у нас до того, как мы научимся общаться без образа, да, как бы, ну, выходить из образа или ждать, там, что другие из него выйдут, мы должны разобраться с тем, кто мы. Для начала мы должны с собой понять, кто мы. И вот Санатана Госвами с Рупой Госвами, они были очень учеными людьми, очень уважаемыми. Другие люди их спрашивали, вопросы задавали. Первые слова, которые они сказали, когда подошли к Господу Чайтанье с соломой в зубах, они первый вопрос задали: ке ами, кто я, давай начнем с этого, ты скажи просто, кто я для начала, а дальше уже будет, ну, уже понятнее, там, ну, все остальное. То есть вот это вот искреннее желание понять, а кто я, увидеть самому себя вначале без образа, ну вот смыть эту косметику всю и посмотреть, и ужаснуться: Господи Боже мой, никогда себя без косметики не видел. Бывает же такое, да, что сам человек, он боится как бы себя принять таким, какой он есть, увидеть, ну, в первую очередь увидеть то, что мне мешает, потому что, ну, как бы мы вот с чем-то мы просто при всем своем желании не можем расстаться, но мы просто не видим как бы непривлекательность этих вещей. Мы их скрываем, там, замазываем, как Шрила Прабхупада говорит, ну, возьмите испражнение, покройте золотой краской, побрызгайте духами французскими. Много изменится? Да нет, как бы те же самые испражнения будут, но внешне как бы это все здорово, красиво. Поэтому, то есть, мы должны вначале сами заглянуть и увидеть, сколько у нас есть образа формирующих вещей, от которых хорошо бы избавиться, то есть они, ну, нам реально мешают. Они мешают нам, вот эти анартхи наши какие-то, да?
неприятные вещи. Можно я скажу? Да. Да, то есть суть такая, что мы должны научиться различать дух и материю. Ну, то есть тело и, соответственно, материальные качества, и духовные качества. А для этого нужен разум, три функции разума. Умение различать, где действует душа, а где действует тело. Ну и для этого же надо все это изучать, труды. Пока разума не будет, когда, ну, ты понимаешь, ну это же сейчас тело просто действует, просто эгоизм проявляется, и все, и ты спокоен. А если ты понимаешь, что, ну, сейчас я чисто действую, ну, для этого, ну, вот то, о чем и говорит Васушешка, нужен разум. Бхакти хватает, разума не хватает. Функция разума различает дух от материи. Ну, одна из функций, там у него три. Где я? Душа, а где я тело? Если я что-то хочу, я тело. Если я хочу доставить Кришне удовольствие, но для этого же и необходима вот эта чистота воспевания, чтобы различать звук. Различаешь. Ну, просто различаешь. Ну как, вот видишь, это вот стол, а это табуретка. Ну, ты различаешь, это же тут даже ничего. Для этого нужна вот эта вот. Вот этот разум, а он формируется, когда Кришна ж Бхагават Гите говорит, я даю разум. Когда у него вот это искреннее желание доставить мне удовольствие, я даю разум. То есть мы не можем даже его сами получить. Это Кришна дает этот разум, который способен различать, духовный разум. И Прабхупада тоже об этом говорит, что нам именно вот этот разум нужен. Но откуда он приходит? От Кришны. Почему? Хочет служить мне. А сам своими усилиями никак ты не вылезешь, ты там не будешь, это как психология, сидят вот этот ум, разбирают, ну и они дальше этого не двигаются. Тут надо только вместе с Кришной, иначе не вылезем из этих упад. Прошу прощения, если что. Ну это то, что Владимир сказал, безобразный, да, вот. Но это означает, что человек как бы предлагает себя таким, какой он есть, со всеми своими анартхами. Ну да. То есть я смирился с ними, поэтому вы тоже с ними смиритесь, пожалуйста. Вот я такой уж, какой я есть. Да, но если Владимир будет действовать как душа, то он его собьет, ну как бы естественно выведет из этой иллюзии. Естественно, даже, ну вот как ты сказал, Сагар Махарадж приехал и с нас маски снял. Ну что, всех еще раз с праздником. Заканчиваем на этом наш Бхагаватам. Давайте принесем свои почтительные поклоны всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны, которые в точности подобны древу желаний, готовы выполнить желания каждого и подобно океану милости, полны сострадания ко всем падшим, обусловленным душам. Спасибо, Рантарадж Мадхагаватам Хиджай. Слава всем.